دمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته مخطط يوضح جوازم المضارع مع تمثيل سخيمة رزيسنايوشي جوازم для глагола настоящего времени вместе с примерами الجوازم الذي يجزم فعلا واحدا то есть جوازم То есть те вещи, которые делают джазм, глагол настоящего времени после себя, то есть это те джавазими, которые делают джазм только один глагол. Это лям, лямма, лямуль амри, валя нахия. Что касается алям и алямма, комментатор шарих этой книги исключает их из списка, придерживаясь мнений басрийцев, То есть Ибн Аджрум придерживает по мнению куфийцев, и поэтому в своем матне приводит алям и алямма. А что касается шариха, комментатора этой книги, придерживаясь мнения басрийцев, исключает алям и алямма и приводит то, что джавазим, который делает джазм яджзиму фи'лан вахидан. То есть один глагол это лям, лямма, لام الأمر إلى الناهية. أشتو كسائتس الجوازم الذي يجزم فعلين то есть جوازم которые делают جازم два глагола это إن ما من مهما إذما أيون متى أيانا أين أن حيثما и كيفما. И также что касается لام Лямма, лямуль амри иля нахия, ин и изма являются частицами. Однако относительно изма есть разногласие среди ученых. То, что изма является частицей или исмом, Сейбави и другие большие ученые говорят, что изма миналь хуруф, из частиц. И поэтому изма несет смысл, как ин. Если придерживаться мнения других ученых относительно изма, например, то, что изма является исмом, в этом случае изма, его значение будет как, например, мата, когда. И поэтому, например, изма будет по смыслу мата, если сказать, изма является исмом. А если, например, сказать, что изма является частицей, в этом случае изма несет смысл, как ин, если. Однако большинство ученых по грамматике говорят, что изма миналь хуруф, из частиц. И поэтому лям, лямма, лямуль амри, ля нахия, ин и изма являются من الحروف из частиц. Однако ин и изма из частиц джазма, которые делают маджзум, то есть джазм, сразу два глагола. Первый глагол будет фи'лу шарти, и второй джавабу шарти. А что касается лям, лямма, лямуль амри и ля нахия, эти частицы делают джазм только один глагол. Только один глагол. Что касается лямуль амри, приказ амр, также ученые называют лямуль амр ляму таляби, лям, то есть требование. И поэтому лямуль амри или ляму таляби. И также ля нахия, ля для, например, запрета. И в прошлом уроке мы сказали, что лямуль амр и ля нахия То есть будет приказ и запрет, например, в том случае, если то есть статус первого лица
выше статуса второго лица. В этом случае будет уже либо приказ, либо запрет. А если статус второго лица выше статуса первого лица, в этом случае первое лицо только может просить, уже будет не приказ и запрет, а будет уже как просьба, как дуа. И также есть разногласие насчет махма. То есть некоторые ученые говорят, махма является из частиц, а другие ученые говорят, что махма из имен. И более известно то, что махма является миналь асма, из имен. И поэтому лям, лямма, лямуль амри, иля нахия, ин, изма, то есть они являются миналь хуруф, из частиц джазма. А что касается ма, ман, махма, айюн, матта, айяна, айна, анна, хайсума и кайфама, все они являются миналь асма и также миналь джавазим, приходят перед глаголом настоящего времени и делают его маджзумом, либо сукуном в конце в основе, или то, что заменяет сукуна. И поэтому аль-джавазиму – это те вещи, которые приходят перед глаголом настоящего времени и делает его маджзумом в основе, сукуном в конце, или то, что заменяет этот сукун. И аль-джавазиму аль-лязи яджзиму фи'лан вахидан. И джавазими, которые делают джазм, один глагол. Это лям, лямма, лямуль амри или нахья. А что касается аль-джавазиму ляди яджзиму фи'лейни, с джавазими, которые делают джазм два глагола, это ин, ма, ман, махма, изма, айюн, матта, айяна, айна, анна, хайсума и кайфама. Лям, лямма, лямуль амри, ля нахья, ин, изма являются частицами, ма, ман, махма, изма, айюн, матта, айяна, айна, анна, хайсума, кайфама являются именами. Также напомню то, что кроме айюн, все джавазими являются мабни. Лям, лямма, лямуль амри, ля нахья, ин, ма, ман, махма, изма, матта, айяна, айна, анна, хайсума, кайфама. Все они являются мабни. Все они мабни, например, лям мабни аля сукун. Например, надмим сукун. Например, мы скажем лям харфу нафин джазмин ва кальбин мабни аля сукун надмим сукун. И также добавим ля махаля лаху миналь играби. Ля махаля лаху миналь играби. Нет для него места играба. Лямма также мабни аля сукун над алифом сукун. Например, также скажем лямма харфу нафин ва джазмин ва кальбин мабни аля сукун ля махаля лаху миналь играби. И также напомню то, что разница между лям и лямма, например, лям отрицает действие, то есть которое произошло в прошедшее время. Однако в данный момент действие происходит или не происходит, это уже второстепенный вопрос. Может быть происходит, а может быть и нет. Например, как в примере лям аджилис, я не сел. То есть в прошлом, однако сейчас, может быть, сижу, а может быть и не сижу. А, например, в аяте «Лям ялид ва лям юляд» – «не родил и не был рожден», «не родил в прошлом и сейчас не рожает». И поэтому «лям» несет смысл то, что, например,
отрицаете действие, которое произошло в прошлом, однако сейчас, например, в данный момент, то есть, может быть, это действие происходит, а может быть и нет. А лямма также отрицается действие, которое произошло в прошлом, то есть прошлое время, однако сейчас уже не происходит. Однако в будущем, по мнению большинства ученых, собирается делать, например, лямма пока еще не, его перевод. То есть пока еще не, однако в будущем собирается делать, например, лямма аджилис. Я пока еще не сел, однако собираюсь сидеть в будущем. До сих пор он не сидит. Лям, может быть, сейчас, например, сидит. Лям аджилис. Я не сел в прошлом, но сейчас, может быть, сижу. В данный момент, может быть, сижу, а может быть и нет. А лямма, лямма аджилис. То есть, я пока еще не сел, и поэтому лям мабни аля сукун. Лямма мабни аля сукун. Над алифом также сукун. Например, лямуль амри мабни аляль кесар. Он мабни на кесру. Например, фальякуль хайран ау ли ясмут. Фальякуль хайран. То есть, скажи благое ау или ли ясмут. Или мальчи ли ясмут. Лям с кесрой. И поэтому он мабни аляль кесар. Что касается ля нахия, ля нахия, ля для запрета, то есть частица, то есть запрета, и он мабни аля сукун. Например, лям и алиф. Над алифом сукун. Например, ля туахир амаля льяума иля льгади. Не откладывай сегодняшние дела на завтра. Ля туахир, не откладывай. Лям и алиф. Над алифом сукун. И поэтому ля нахия мабни аля сукун, ля махаля лаху мин аль-играби. Лям харфун мабни аля сукун, ля махаля лаху мин аль-играби. Лям харфун мабни аля сукун, ля махаля лаху мин аль-играби. Ламу л-амри или ламу талаби мабни аля л-каср, ля махаля лаху мин аль-играби. Ла нахия, ля для запрета, харфун мабни аля сукун, также ля махаля лаху мин аль-играби. Например, лям юхмил зайдун дарсаху. Не пренебрегает зайд в своем уроке. Лям юхмил зайдун дарсаху. И лям делает джазм только один глагол. То есть лям харфу нафин ва джазмин ва кальбин. То есть лям частица отрицания не. Джазма делает маджзум глагол настоящего времени после себя над лям сукун, лям юхмил. И также кальб меняет смысл, поворачивает смысл с настоящего времени на прошедшее время. И поэтому лям является частицей отрицания джазма и кальба. Он мабни аля сукун. لا محل له من الإعراب. Нет для него места إعرابа. А يهمل уже, скажем, в его إعرابе разборе. فعل مضارع مجزوم. Он مجزوم بلم. По причине лям он стал مجزومом. وعلامة جزمه. И признаком его جزма السكون. Это سكون над лям. И поэтому лям делает جزم только один глагол. لم يهمل زيد درسه. И также лямма бадаа дарсу ва лямма яхдур зайдун. Бадаа дарсу, начался урок, ва лямма и пока еще не яхдур зайдун, и пока еще не пришел зайд. Лямма, то есть указывает то, что зайд придет в будущем, однако пока еще он не пришел. И лямма также мы скажем, например, харфу нафин ва джазмин ва кальбин. То есть является частицей
отрицание, то есть пока еще не. Джазма делит глагол настоящего времени после себя маджзумом с сукуном в конце над ро сукун яхдур. Кальб, то есть меняет, поворачивает также с настоящего на прошлое. Например, яхдур – это глагол настоящего времени, также юхмиль. Однако поворачивает смысл на прошедшее время, то есть пока еще не пришел зейд. Фи'лун мударигун маджзумун би лямма. По причине лямма он маджзум, так как лямма является миналь джаввазим. Ва алямату и признаком джазмихи, его джазма, глагола яхдур, ас-сукун, это сукун над буквой ра. Также лямуль амри или ляму таляби, лям для приказа или требования. Например, фальякуль хайран, скажи благое, или молчи. Ау лиясмут. Лям является лямуль амри, лям для приказа. Он мабни аляль кяср. Он мабни на кясру, под лям кясра. Лиясмут. Лям, скажем, или лямуль амри мабни аляль кяср. Лямма халяляху миналь играб. То есть нету для него также места играба. То есть глагол настоящего времени после лямуль амр будет маджзум с сукуном в конце. Ли ясмут. Этот лям является лямуль амри. Ясмут. Фи'лун мударигун маджзумун. Можно добавить маджзум по причине би лямуль амри. По причине лямуль амр. Ва алямату джазмихи ас-сукун. Признак джазма – это сукун над буквой «та» – «ли ясмут». И также «ля нахия» – «ля» для запрета. «Ля туаххир амаля льяума иля льгади» – «не откладывай сегодняшние дела на завтра». «Ля туаххир» – «не откладывай амаля льяума» – то есть дела сегодняшние иля льгади – «на завтра». «Ля туахир» – уже запрет, «нахиюн». И поэтому «ля нахия» – «харфу нахин» – «ва джазмин». То есть является частицей запрета и джазма, приходит перед глаголом настоящего времени «туахир» и делает его маджзумом, сукуном в конце. А «ля нахия» – сам по себе частица «мабни аля сукун» – над алифом «сукун». Ля махаля лаху миналь играб. Нету для него также места играба. Туахир фи'лун мударигун маджзумун. Биля нахия. По причине ля нахия он маджзум. Ва алямату джазмихи. И признак его джазма. Ас-сукун. Натра сукун. Ля туахир. И поэтому. Лям, лямма. Лямуль амри. Ва ля нахия. Делают джазм. То есть маджзумом только один глагол. Юхмиль. Например. Яхдур, ясмут, туахир. А что касается джавазим, которые делают джазм, два глагола. Ин, ма, ман, махма, изма, айюн, мата, айяна, айна, анна, хайфма, кайфма. Ин является частицей. И поэтому, скажем, ин, харфу, шартин, джазимун. Является частицей условия и джазма. Делает джазм маджзумом два глагола. И поэтому он мабни аля сукун ин над нун сукун. И скажем, ля махаля лаху миналь играби. Нету для него места играба. У частиц для них нету места для играба. И поэтому ин харфу шартин. Джазимун мабни аля сукун. Ля махаля лаху миналь играби. А что касается изма, ин и изма, то есть у них одинаковый смысл. Ин если, изма также если. И, например, изма
Скажем, харфу шартин джазимун также является частицей условия и джазма, и также мабни аля сукун над алифом сукун, мабни аля сукун, ля махаля лаху миналь и'араби, нету также для него места и'араба. А остальные уже имена. Остальные уже имена, например, ма. Уже не скажем харфу шартин, а скажем исму шартин. Ва джазимун. Исму шартин джазимун. Мабни аля сукун. Он мабни на сукун. Уже не скажем ля махаля лаху миналь и'раби. Нету для него места и'раба. Так как имена, у них есть место и'раба. Мы скажем, нету для него места и'раба, только у частиц. Например, ма, ман, махма. Например, матта, айяна, айна, анна, хайсма, кайфама. Они все мабни. Кроме айюн. Айюн му'раб. Айюн му'раб. То есть, подвергается к и'рабу, к изменению его окончания. И поэтому ма исму шартин джазимун. Мабни аля сукун. То есть является исмом, и он для условия и джазма делает два глагола настоящего времени маджзумом. И дословный перевод «ма» – это «что?» «Ман» – «кто?» То есть дословный перевод «ман» – «кто?» «Ман» также, скажем, например, «исму шартин джазимун» является именем условия «мабни аля сукун». «Мабни аля сукун» – «ман». Махма, махма также является именем условия. Исму, шартин, джазимун делает джазм два глагола. И также он мабни аля сукун, над алифом сукун. И поэтому махма, исму, шартин, джазимун, мабни аля сукун. И дословный перевод слова махма будет «чтобы не». А что касается матха, мата переводится как «когда исму шартин джазимун является именем условия и джазма, и он мабни на сукун, над алифом, над алиф максурой сукун». Мата мабни аля сукун. Яджзиму фи'лайни делает джазм два глагола. Айяна, что касается айяна, также исму шартин джазимун, также имя, условие и джазма делает джазм, то есть маджзумом, два глагола. Первый глагол будет фи'лу шартин, а второй джавабу шартин. Айяна, например, скажем, мабни аля фатх, натнун фатха айяна, заканчивается с фатхой. Айяна, скажем, мабни аля аль-фатх. Исму шартин джазимун мабни аля аль-фатх. То есть переводится как «когда». То есть мата и айяна, у них одинаковый смысл. Мата – «когда» и айяна – «когда». А что касается айна, айна также, скажем, исму шартин джазимун мабни аля аль-фатх. Также мабни на фатху. Яджзиму фи'лайни. Делает джазму два глагола. Айна переводится, например, как «когда» или «куда». Айна. Исму шартин джазимун мабни аля аль-фатх. Айна. Наднун фатха. То касается «анна», то есть дословный перевод слова «анна» – это «где». И «анна» исму шартин джазимун мабни аля сукун, над алифом сукун. И поэтому мабни аля сукун делает джазм яджзиму фи'лайни, два глагола. Фи'лу шарти и джавабу шарт. «Анна» – «где?» Исму шартин джазимун мабни аля сукун. А что касается «хайсума», то есть дословный перевод слова «хайсума» переводится как «где» также. И поэтому «айна», «анна» и «хайсума» по смыслу несут одинаковый смысл.
Айна – где? Анна – где? Хайсума – также где? И хайсума – мим с алифом – это заида, это добавка. Слово хайсу без мим будет мабни аля дам. А мим с алифом, если вместе, то будет мабни аля сукун. Хайсума мабни аля сукун. Яджзиму фиалайни. Делят джазм два глагола. Или кайфама. Кайфама. Слово кайфа. Например, мим с алифом также заида, добавка. Кайфа. Мы скажем, например, исму шартин джазимун мабни аля фатх, над фа фатха, кайфа. Мим заида мабни аля сукун, над алифом сукун. А что касается иза, например, Ибн Аджрум, придерживаясь, по мнению куфийцев, приводит в своем матне, что иза приходит только в стихотворениях, и то их мало. И поэтому только необходимости в стихах. И поэтому басрийцы исключают иза из своих книг, так как басрийцы не берут иза в основу, как джавазим, так как приходит исключительно в некоторых местах в стихотворениях. Однако, по мнению куфийцев, если иза делает джазм, глагол настоящего времени после себя, однако приходит в стихотворениях и так далее. Если делать джазм, значит мы его будем считать как джавазим. А басрийцы исключают иза миналь джавазим из джавазим, так как приходит только в некоторых стихах. То есть не всегда приходит. Приходит в некоторых стихах при необходимости в стихотворениях. И также относительно кайфама. Например, кайфама также. Ибн Аджрум, следуя по мазхабу куфийцев, приводит в своем книге в матне, что кайфама является миналь джавазим. Однако кайфама редко приходит перед глаголом настоящего времени, делает его маджзумом, и поэтому басрийцы исключают его миналь джавазим, говоря, как джавазим встречается редко. И по этой причине басрийцы исключают его из своих книг. А куфийцы говорят, кайфама приходит как джавазим, приходит редко, однако кайфама делает глагол настоящего времени маджзумом, сукуном в конце, и поэтому куфийцы приводят в своих книгах то, что кайфама миналь джавазим. И также Ибн Аджрум приводит в своем книге то, что кайфама является из джавазим, так как мы его встречаем как джазим. А басрийцы говорят, что кайфама мало встречается как джавазим, по этой причине мы его исключаем. А куфийцы говорят, приходит редко, однако делает джазм глагол настоящего времени. А что касается айюн, айюн это уже не мабни. То есть лям, лям, лямуль амар, ля нахья, ин, ма, ман, махма, изма, мата, айяна, айна, анна, хайсума, кайфума. Они все мабни. Айюн, муараб, подвергается к арабу, приходит как мудаф. Имя, приходящее после айюн, будет мудаф илейхи. Например, ин тахтарим ихванака яхтаримука. Если будешь уважать своих братьев, яхтаримука, и они будут уважать тебя. Ин харфу шартин ва джазмин мабни аля сукун. Тахтарим, например, фи'лун мударигун маджзумун би ин. وعلامه الجزم السكون это у нас ин тахтарим, это глагол условия, глагол на условие. Если будешь уважать или если уважаешь своих братьев, и ответ на эти условия или воздаяние яхтаримука, они будут уважать тебя. Однако яхтаримука в основе яхтаримунака из пяти глаголов, и поэтому нун уходит
стирается нун в положении джазма в пяти глаголов. Яхтаримука, яхтариму, фиалун мударион, маджзумун. Валямату джазми хаффу нуни. Признак джазма является стирание нуна. Ли аннаху мин афали лхамса. Потому что глагол яхтариму из пяти глаголов. И поэтому тахтарим, признак его джазма, это сукун, алямату джазми ассукун, яхтаримука, например, признак его джазма, это стирание нуна. Например, алямату джазми хазфу нуни. Это у нас условие, это воздаяние или ответ на условие. Ин тахтарим, если уважаешь, и ответ, и они будут уважать себя. Яхтаримука. Има является из имен. Исму шартин джазимун мабни аля сукун. Ма тафаль мин шайин тухасиб алейха. Что бы ты ни делал, будешь нести ответственность за это. Ма тафаль. Тафаль фиалун мударигун маджзумун. Бима алямату джазми ассукун. Надлям сукун. Ама, скажем, например, исму шартин джазимун мабни аля сукун. Тафаль фиалун мударигун маджзумун. Бима. وعلامة جزمه السكون من شيء تحاسب ответа на условие также فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون над با سكون تحاسب то есть условие ما تفعل من شيء что бы ты ни делал تحاسب будешь нести ответственность уже ответ или воздаяние за это и оба مجزوم на سكون по причине ма. Иман, кто исму шартин джазимун мабни аля сукун, ман яамал хайран ялка хайран. Кто делает добро, встречает добро. Ман исму шартин джазимун мабни аля сукун, яамал фиалун мударигун маджзумун биман. Валямату джазми ассукун натлям сукун. То есть по причине ман стал сукуном, маджзумом. Ман яамал хайран. Кто делает добро, получает добро. Ялка в ответ. Это ответ на условие. Фиалун мударигун маджзумун. Валямату джазми хазфу харфил илля. И признак его джазма это стирание больной буквы. Больная буква это алиф. Ялка ман ялка. Махма табтун язхар маал айями. Что бы ты ни скрывал, выявляется маал айями. С днями или со временем. Махма. Например, исму шартин джазимун мабни аля сукун над алифом сукун. Табтун фиалун мударигун маджзумун би махма. Ва аламату джазми ассукун над нун сукун по причине махма. Яззхар ответ на условие. Фиалун мударигун маджзумун ва аламату джазми ассукун также над ра сукун. Чтобы не скрывал, выявляется это условие, а это ответ на условие. Чтобы не скрывал, ответ выявляется. Оба глаголи настоящего времени. Оба маджзум по причине махма. Потому что махма из имен, которые делят джазм, два глагола. Два глагола. Первый будет у нас фиалю шарти, маджзум аля сукун. Второй джавабу шарти. Маджзум аля сукун. Оба маджзум на сукун по причине махма. Изма татааллам татакаддам. Изма сказали, что является мин аль-хуруф из частиц, по мнению большинства ученых, и он мабни аля сукун, например, харфу шартин ва джазмин. Частица условия и джазма мабни аля сукун, над алифом сукун. Изма, если татааллам, будешь обучаться, татакаддам, продвинешься вперед. И вставляете условия. Изма татааллам, фиалун мударигун маджзумун би изма, ва алямату джазми ассукун, над мим сукун. Это у нас условие.
И ответ на эти условия – татакаддам, продвинешься вперед. Татакаддам над мим сукун, фи'лун мударигун маджзумун, аламату джазмихи ас-сукун. Оба маджзум по причине изма. Первый это у нас фи'лу шарти, второй джавабу шарт. Айю яумин тасум асум маака. Какой бы день ты не постился, я тоже буду поститься вместе с тобой. Айю является муарабом нимабни. Переводится как какой. Айю яумин тасум. Тасум. Фи'лун мударион маджзумун би айе. Ва аламату джазми ас-сукун. Асум. То есть я тоже буду поститься над мим сукун. Это уже ответ на условие. Айю яумин тасум. Какой бы день ты не постился. Асум маака. Я тоже буду поститься вместе с тобой. Это уже ответ на условие. И оба маджзум. Асум. Также фи'лун мударигун маджзумун. Ва аламату джазми ас-сукун. Мата. Когда? Мата тусафир усафир. Когда будешь путешествовать, я тоже буду путешествовать. Мата. Сказали из имен. Исму шартин джазимун мабни аля сукун. Над алиф максуре сукун. Тусафир. Фи'лун мударигун маджзумун би мата. Ва аламату джазми ас-сукун. Усафир. Также фи'лун мударигун маджзумун. Ва аламату джазми ас-сукун. Над ра сукун. То есть над обоими глаголами сукун. Над обоими глаголами сукун. Тусафир, над ра сукун, усафир, и также над ра сукун. И первый это у нас является глаголом условия мата тусафир. Когда будешь путешествовать, ответ усафир, я тоже буду путешествовать. Уже ответ на условие оба маджзум, аля сукун, по причине мата. Айяна, также когда айяна, исму шартин джазимун, мабни аля фатх, над нун фатха. Айяна татини укримка. То есть, когда ты придешь ко мне, я буду уважать тебя. Фи'лун мударигун маджзумун ва аламату джазмихи хазфу харфиль илля. То есть, признаком джазма это стирание больной буквы. Больная или слабая буква это я. Татини айяна татини аламату джазмихи хазфу харфиль илля. Укримка. Над мим сукун. Это уже ответ на условие. Айяна татини. Когда придешь ко мне. Условие. Укримка. Буду уважать себя. Фи'лун мударигун маджзумун. Ва аламату джазми ас-сукун. Над мим сукун. Айнама язхаб толибуль илми янфа. Куда бы ни пошел, требующий знания приносит пользу. Айнама. Исму шартин джазимун мабни алал фатх. Над нун фатха. Мим салифам заида. Язхаб фи'лун мударигун маджзумун би айна. Ва аламату джазмихи ас-сукун. Над ба сукун. Айнама язхаб. Это у нас условие. Толибул илми янфа. Янфа. Это уже ответ на условие. Янфа. Фи'лун мударигун маджзумун. Ва аламату джазмихи ас-сукун. Над айну сукун. Айнама язхаб толибул илми. Это условие. Янфа. Это уже ответ на условие. Оба маджзум. Насукун аля сукун. Язхаб янфа. Анна таджид маан. Таллака насан. Где бы ты не нашел воду, там и встретишь людей. Анна. Исму шартин джазимун. Мабни аля сукун. Алиф максуре сукун, таджид над дал сукун, таджид фи'лун мударигун маджзумун би анна, ва аламату джазми ас-сукун. У нас анна таджид маан, условие, где бы ты не нашел воду, талака насан, встретишь людей. Однако здесь маджзум би хазфи харфил илля. Анна таджид маан талака насан. Где бы ты не нашел воду, там и встретишь людей. И поэтому талака фи'лун мударигун маджзумун. Ва аламату джазмихи хазфу харфил илля. Здесь слабая буква это алиф. Алиф стирается. Талака
Анна талака. Анна таджид маан талака. И поэтому таджид فعل مضارع مجزوم بأن علامة جزمه السكون ند السكون تجد ما أن تلقى ناسا تلقى ند قف уже не будет سكونا потому что в конце больная буква уходит в положение جزمة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة أن تجد ما أن это условие ответ на условие или воздаяние. Талака насам. Встретишь людей. Хайсума. Где? Или где бы не. Хайсума. Тантазир. Ахдур илейка. Где бы не. Ждал ты. Я приду к тебе. Хайсума. Исму шартин. Джазимун. Мабни. Аля дам. Над са дам. Мим это заида. Тантазир. فعل مضارع مجزوم بحيث وعلامة جزمه السكون نتر سكون أحضر также فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون также نتر سكون حيثما تنتظر это условие فعل شرط глагол условие مجزوم نسكون и ответ на условие أحضر جواب شرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أوب السكون تنتظر أحضر حيثما تنتظر أحضر إليك كيفما تعامل الناس يعاملوك как бы не относился с людьми يعاملوك они таким же образом будут относиться с тобой и كيفما اسم شرط جازم مبني على الفتح نطفاء فتحة ميم سالفة زائدة مبني على سكون حيثما ميم زائدة نطالف سكون دبابتشني ميم سالفة إتاك جزيز دبابتشني ميم سالفة أوبا دبابتشني أوبا مبني على سكون حيث مبني على الضم كيف مبني على الفتح تعامل الناس جزيز تويست سكون превращайте كسرو под لم почему? Потому что два сукона встречаются, и когда два сукона встречаются, это не допускается в арабском языке, и поэтому сукон превращается в кесру. Кайфама туамили уже будет. Туамили наса. Юамилюка. А здесь, например, будет признак джазма, стирание, например, нуна, потому что юамилюнака. И стали юамилюка. Нун уходит, потому что является из пяти глаголов. Например, туамил, скажем, فعل مضارع مجزوم بكيف وعلامة جزمه السكون مقدرة منع من ظهورها подразумеваем سكون препятствует выявление сукуна ли التقائي сакинайни то есть по причине встречи двух сукунов здесь сукун не будет а подразумевается однако будет кесра вместо сукуна كيفما تعامل الناس يعاملوك а здесь например فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف نون признак جزمة стирание нуна لأنه من أفعال الخمسة потому что он глагол يعاملوك из пяти глаголов كيفما تعامل الناس это условие и ответ или воздаяние на условие يعاملوك الإعراب грамматический разбор لم يلد ولم يولد لم حرف نفي وجزم وقلب لم является частицей отрицания джазма и кальба поворачивает смысл например لم مبني على سكون يلد فعل مضارع является глаголом настоящего времени مجزوم он مجزوم بلم по причине лям стал يلد Ялиду, лям ялид. По причине лям стал суконом. Маджзум билям. Ва аламату джазми сукон. И признак джазма что? Это сукон. Натадали сукон. А действующее лицо фаил. Это дамирон мустатирон. Это скрытое местоимение. Такдиру хуа. Подразумевает он. Лям ялид хуа. Однако скрыто подразумевается. Валям
Вот это аль-вау харфу атфин является частицей соединения лям харфу нафин ва джазмин ва кальбин. Также является частицей нафин ва джазмин ва кальбин. Юляд фи'лун мударион мугайяру сига. То есть юляд является глаголом настоящего времени, однако изменен его вид, то есть является неизвестным глаголом. И также можно понимать таким образом мугайяру сига или лиль маджгуль, то есть то, что является неизвестным глаголом. Лям ялид ва лям юляд, не родил и не был рожден. Однако мы здесь знаем, что не был рожден, имейте в виду, то есть Аллах Субхану ва Тааля не был рожден. То, что здесь, например, в контексте уже понимается, что идет речь о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля, и поэтому здесь приходит в таком форме. Юляд, не был рожден. Ялид и юляд отличаются. Здесь меняется его форма. Ялид – это известный глагол. Юляд – это маджгуль, это неизвестный глагол. И поэтому мугайяр – сига, изменен его вид. От ялид – юляд. И также лиль маджгуль. То есть это неизвестный глагол. Однако в аяте мы понимаем, что речь идет о Всевышнем. И поэтому юляд мугайяру сига – он маджзум билям. По причине лям он маджзум. Ва алямату джазми ас-сукун. И признак его джазма является сукун. Это даль сукун. Ва наибуль фа'иль. Наибуль фа'иль. Скоро будем, иншаллах, проходить эту тему. И поэтому наибуль фа'иль. Это дамирун мустатирун. Это скрытое место имени. Джавазан. Разрешенном форме. Такдиру хуа. Подразумевается он. Лям юляд хуа. Этот хуа здесь подразумевается скрыто. Лямма яльхаку бихим. Лямма харфу нафин ва джазмин ва кальбин. Это уже понятно. Яльхаку фи'лун мударигун маджзумун биллямма. Яльхаку является глаголом настоящего времени. Он маджзум по причине лямма. Ва алямату джазми хазфу нуни. Однако признаком его джазма является стирание нуна. Яльхакуна лямма яльхаку. Так как является из пяти глаголов. А вау, вот этот вау, вау ли джамаа, вау является местоимением для множественного числа мужского рода и является слитным местоимением. Дамирун муттасилун, он мабни аля сукун, над вау в основе сукун, однако в положении рафа, фи махали рафа. Так как является фаилем, действующим лицом. Яльхаку это действие, вау. Фи махали рафа фа'иль. В положении рафа является фа'илем. Бихим альба харфу джар. Является частицей джара альха. Вальхау дамирун мутасилун. Это слитное местоимение. Он слитно с харфу джар. Мабни аля кяср. Он мабни на кясру. Подха кясра. Однако фи махали джар. Однако в положении джара би харфи джар. По причине харфи джар би, он в положении джар, это ха, валь джар, валь маджрур, и джар, альба, и также ха, то есть, фи махали джар, джар и маджрур, мута аликани, они оба относятся биль фи'ли, к глаголу яльхаку, бихим оба относятся к этому глаголу яльхаку. Ли якди алейна раббука. Лиякди лям харфу джазмин. Лям является частицей джазма. Далля аля дуа. Указывает на просьбу. Якди фи'лун мударион маджзумун. Якди является глаголом настоящего времени. Он маджзум билями дуа. Он маджзум по причине лями дуа. Ва алямату джазмихи, и признаком его джазма является хазфу харфил илля, стирание больной буквы, это я, якди ли якди. Алейна джар ва маджрур. Аля харфу джар, нун салифом, местоимение он маджрур. Аля харфи джар.
То есть он маджрур по причине аля харфи джар. Кулибат алифуга яан ли иттисалиха биддамири. То есть меняется алиф на я, например, аля, вот это аля, в конце алиф максора, то есть превращается на я. Меняется алиф на я ли иттисалиха по причине ее присоединения этой частицы к местоимению. Будет у нас алина. Вот этот я, то есть алиф превращается на я. Аля, алина. По причине присоединения харфу джара к этой местоимению. И на дамирон мутасилон является слитным местоимением. Мабни аля сукун над алифом сукун. Фи махали джар. Однако в положении джарра, так как приходит после харфу джар аля. В положении джарра би харфил джарри. По причине харфу джар он в положении джарра. Фи махали джар. То есть мабни аля сукун фи махали джар. И джар и маджрур. Аля и нун с алифом. Мутаалликани. Они оба относятся биль фи'ли. К глаголу. К глаголу якды. Раббука фа'иль. Действующее лицо. Он марфуа. Над ба дамма. И признак его рафа является дамма. Алямату рафа от дамма вахира. То есть признак его рафа является явной дамма. Вахуа мудаф. И также он является мудафом. Так как каф для второго лица. Каф аль-мухатаб является في محل جار مضاف إليه كاف وتكت كاف ضمير متصل является слитным местоимением مبني على الفتح над كاف فتحة أنك في محل جار في положение جار تاكك является مضاف إليه لا تحزن لا حرف نهي وجزم что касается لا является частицей запрета и جزمة تحزن فعل مضارع مجزوم بلا نهي Тахзан является глаголом настоящего времени. Он маджзум по причине ля нахия, на для запрета, он стал маджзумом. Ва алямату джазми ас-сукун. И признаком его джазма является сукун. Натнун сукун ля тахзан. Валь фа'илу. И действующее лицо для этого глагола. Дамирон мустатирон вуджубан. Это скрытое местоимение обязательным формой. Так диргу анта. Подразумевается ты. И поэтому тахзан стал сукуном по причине ля нахия. Его действующее лицо подразумевает ля тахзан анта. Однако этот анта скрывается в обязательном форме. Что касается раббана ля туахидна, раббана мунада би харфи нида махзуф ва такдири я раббана ва хуа мансубун. Что касается раббана, то есть кому обращаемся, Мунада, бихарфи нида, махзуф. Однако, его частица обращения здесь удален. Подразумевается я. Я раббана. Здесь я раббана. Однако я махзуф удален. Остается мунада. Этот мунада, он мансуб с фатхой. Так как является мудафом. И когда мунада будет мудафом, является мансубом. И поэтому, вахуа мансубан, и он мансуб рабба. Ли аннаху, потому что он мудаф. И нун с алифом раббана алифом. Дамирон мутасилон. Это слитное местоимение. Он мабни аля сукун. Он мабни на сукун. Однако фи махали джар. В положении джарра. Так как является мудафун илейхи. Ля туахидна. Ля харфу дуаин. Ва джазмин. Ля является частицей просьбы и джазма. Туахидна. Фи'лун мударигун маджзумун является глаголом настоящего времени. Он маджзум билля дуаия. Ва алямату джазми ас-сукун. И признаком его джазма является сукун. Ля туахид над дзаль сукун. По причине ля для просьбы. Ля дуаия. То есть ля для просьбы. Стал маджзумом на сукун. Над дзаль сукун. И нун с алифом, дамирон муттасилон, это слитное местоимение, мабни аля сукун, также над алифом сукун, фи махали насб, однако в положении насба, так как является мафулум бихи, на кого падает действие, валь фа'илу, а действующее лицо для этого глагола, дамирон мустатирон, это скрытое местоимение,
Вуджубан, обязательном форме. Так диругу анта, подразумевается ты. Ля ту ахидна анта, анта скрыта. Обязательном форме. Ин яша юзхибкум, ин харфу шартин ва джазмин, является частицей условий и джазма мабни аля сукун. Ля махаля лаху минал ираб. Нету для него места ираба. Яджзиму фи'лайни, делает джазм два глагола. Аль-аввалю фи'лу шарти, первый глагол условий, ва-сани, а второй, джавабуху, ответ его, ва-джазауху, или его воздаяние. Яша фи'лун мударион. Яша является глаголом настоящего времени. Однако, фи'лу шарти, и также глаголом условия. Ин яша вставляет условия. Он маджзум по причине ин, для условия ин. Ва аламату джазми ас-сукун, и признаком его джазма является сукун. Ва аль-фа'илу, а действующее лицо для этого глагола, дамирун мустатирун джавазан, скрытое местоимение уже разрешенном форме. Так диругу хуа подразумевает он. Ин яша хуа, хуа подразумевается юзхибкум. Юзхибкум, юзхиб фи'лун мударион джавабу шарти маджзумун. Ва аламату джазми ас-сукун. Что касается юзхиб, является глаголом настоящего времени, является ответом условия, и он маджзум, и признак его джазма является сукун. А каф, вот этот каф, юзхибкум, дамирун мутасилун, является слитным местоимением мабни аля дам, он мабни на дам, юзхибкум, над каф дам, фи махали насб, однако в положении насба, так как является мафулум бихи, на кого падает действие. Валь миму, а мим, юзхибкум, вот этот мим сукуном. Аламату, аля джамри дзукур, является признаком множественное число мужского рода, то есть является признаком для множественного числа мужского рода. Вальфа'илю, а действующее лицо для этого глагола. Дамирун мустатирун джавазан, является скрытым местоимением, разрешенным форме. Так диру хуа, подразумевается он. Юзхибкум хуа, однако скрыто. Вама таф'алю мин хайрин я'ламху Аллах. Вама вау истинафия. То есть это будем проходить в следующих уроках. Ма исму шартин ва джазмин, является именем условия и джазма. Тафалу является глаголом настоящего времени и глаголом условия. Он маджзум, бима по причине ма стал маджзумом. Однако признаком ва алямату, признаком джазми, его джазма, хазфу нуни, это стирание нуна, так как является из пяти глаголов. Ли аннаху, потому что он, глагол тафалу, миналь афалил хамса, из пяти глаголов. Ва ваул джамаа, и вау для множественного числа мужского рода, этот вау, дамирун муттасилун, является слитным местоимением мабни аля сукун, он мабни на сукун, фи махали рафа фаилун, однако в положении рафа, так как является фаилом, действующим лицом, тафалю, это глагол, вау, это фаил, фи махали рафа. Мин хайрин, мин харфу джар, является частицей джарра, ва хайрин исмун маджрурун бимин, то есть хайрин является исмун маджрур бимин по причине мин, ва аламату джаррихил кесра, и признаком его джарра является кесра, мин хайрин, этот кесра является признаком джарра, и поэтому хайрин это маджрур по причине мин. Я'лам ху фи'лун мударион, является глаголом настоящего времени. Джавабу шарти является ответом условия. Маджзумун, он маджзум, бима, по причине ма, он маджзум. Я'ламху, однако является ответом на условие. Ва аламату джазми ас-сукун, и признаком его джазма является сукун. Вальхау, вот этот ха, дамирун муттасилун, является слитным местоимением мабни аля дам, над ха дам, я'ламху. Однако фи махали насб, в положении насба, и является мафулум бихи, на кого падает действие. Я лям ху, то есть я лям ху, знает его.
На него падает действие. Однако этот га, он мабни аля дам фи махали насб, так как мафулу бихи либо мансуб, либо в положении насба. Аллах, лавзу ль-джалаля, имя величия Всевышнего, фа'илун, является действующим лицом, я'ламху Аллах. Кто знает? Ман я'ламху? Я'ламху Аллах. Аллах, фа'ил, действующее лицо, и он марфу'а. И признаками его рафа является явная дама в конце. То есть ман исму шартин ва джазмин является именем условия и джазма. Яджзиму фи'лайни. Делать джазм два глагола. И он мабни на сукун ман. Кто? Аль-аввалю фи'лу шарти. Первый это глагол условия. Ва фани, а второй джавабуху ва джазауху. Это ответ и воздаяние. Яттаки фи'лун мударион. Является глаголом настоящего времени. И также глаголом условия. И он маджзум биман. Он маджзум по причине ман. Яттаки. Это глагол настоящего времени. Он маджзум по причине ман. Однако признаками его джазма, аламату джазмихи, хазфу харфил илля, это стирание больной буквы. То есть, яттаки, я в конце, стал маджзумом по причине ман, уже яттаки, ман яттаки, я уходит. Признак его джазма является стирание слабой буквы. А фа'иль, действующее лицо для этого глагола, это скрытое местоимение, дамирун мустатирун джавазан. То есть в разрешенном форме. Подразумевается хуа. Ваман яттаки хуа. То есть Аллах, лавзу ль-джалаля, имя величия Всевышнего, мансуб. То есть фатхай. Аллаха, ваман яттаки Аллаха. Аля та'зим. То есть он мансуб на возвеличивание. Ва аламату насбихи аль-фатха. И признаком его насба является фатха. Яджаль фи'лун мударигун джавабу шарти является глаголом настоящего времени, ответом на условие яджаль. Маджзум, он маджзум биман по причине ман, ва аламату джазми ас-сукун, и признаком его джазма является сукун яджаль натлям сукун. И действующее лицо для этого глагола валь фа'илу дамирун мустатирун джавазан. Это скрытое местоимение в разрешенном форме. Так дирухуа подразумевается он. Ваман яттаки ла яджгаль хуа ляху. То есть подразумевается хуа. Ляху джар ва маджрур. Джар и маджрур. Мутта'аликани. Они оба относятся. Биль фи'ли яджгаль. Как глаголу яджгаль. Махраджа. Маф'улум бихи. На кого падает действие? Мансубун. Он мансуб, ва аламату насби аль-фатха дзахира аля ахири. И признаком его насба является явная фатха в конце. Айнама такуну юдрикум ль-маут. Айнама исму шартин ва джазмин является именем. Условие и джазма. Ма силлятун ва таукидун является силлятун, это связь и усиление. Ма это связь и усиление. Такуну фи'лун мударион. Является глаголом настоящего времени такуну фи'лу шарти, и также глаголом условия маджзум би айна, маджзум по причине айна, айна ма такуну фи'лун мударигун маджзумун би айна. Ва аламату джазми хазфу нуни, однако признаком его джазма является стирание нуна, так как является из пяти глаголов. Вау ли джамаа, вау, то есть местоимение для множественного числа мужского рода. Дамирун муттасилун является слитным местоимением. Он мабни аля сукун, на тваву сукун в основе. Однако фи махали рафа, в положении рафа, так как является фа'илом, действующим лицом. Юдрикум фи'лун мударион является глаголом настоящего времени. Джавабу шарт, ответом условия. Маджзум би айна, также маджзум по причине айна. Ва аламату джазми ас-сукун, и признаками его джазма является сукун. Вал кафу тани, и второй каф. Дамирун муттасилун, это слитное местоимение, мабни. Он мабни. Фи махали насб, однако в положении насба.
на него падает действие, является мафулу бихи. Однако мукаддамун, приходящий впереди, приходит до фа'иля. В этом случае, например, это второй каф является мафулу бихи фи махали насб. Однако мукаддам приходит перед фа'илем, перед действующим лицом. Вот, действующее лицо аль-мауту. И поэтому мафулу бихи мукаддамун, мафулу бихи, приходящий впереди, валь-мим и мим, вот этот мим, является аламату джам'и, аламату джам'и, признаком множественного числа мужского рода. Аль-мауту фа'илун, это фа'иль для юдрик. Он марфуа, аль-мауту, над та дамма, он марфуа. Ва аламату рафрихи, ад дамма, захира аля ахрихи. И признаком его рафа является явная дамма в конце, аль-мауту, над та дамма. Ва иза тусибка хасасатун фатаджаммали. Ва иза аль-вау аля хасаби ма каблаха. Вау, соответствие, то, что до него. Ва иза исму шартин ва джазмин является именем условия и джазма. Тусибка фи'лун мударигун, фи'лу шарти маджзумун, является глаголом настоящего времени и глаголом условия. И он маджзум би ида, то есть по причине ида, тусиб над ба сукун. Он маджзум по причине ида. Ва аламату джазми ас сукун, и признаком его джазма является сукун. Валькафу, вот этот каф, дамирун муттасилун, является слитным местоимением, мабни аляльфатх, над каф фатха, тусибка. Фи махали насб, однако в положении насба, так как является мафулуби, на кого падает действие. Хасасатун фаилун муахарун, является действующим лицом, однако опаздывает. Приходит после мафулум бихи. Приходит после мафулум бихи. Например, тусибка каф, это мафулум бихи. Фи махали насб, в положении насба. Хасасатун фаил марфуа. Ва аламату рафи аддамма. В этом случае опаздывается фаил от мафулум бихи. И поэтому хасасатун фаилун муахарун. Действующее лицо опаздывающий. Он марфуа. И признаком ва аламату, признаком рафаихи, его рафа, ад-дамма ад-захира, это явная дамма аля ахирихи, в конце, хасасатун, над та марбутой дамма. Фатаджаммал фа, вот этот фа, рабитатун, это соединение, или для соединения, ли джаваби шарти, для ответ на условие. Таджаммал фи'лу амрин, является глаголом повелительным, он мабни аля сукун, мабни на сукун, так как повелительный глагол всегда мабни в основе сукун, однако вахуррика биль кясри стал, например, огласовка кясра, фатаджаммали, например, в основе таджаммаль, потому что является повелительным глаголом, должен быть сукун, мабни аля сукун. Однако с кясрой, вахуррика биль кясри, стал огласовка кясра, ли аджли ли кафия, то есть по причине рифма, то, что после него продолжается стихотворение, и поэтому здесь с кясрой, вальфаилю, а действующее лицо, это дамирун мустатирун вуджубан, это скрытое местоимение, обязательном форме, так дюрху анта, подразумевается ты. Иза тусибка хасасатун фатаджаммали анта, подразумевается, однако обязательном форме. Ваджумлятун, и предложение, таджаммаль фи махали джазм джавабу шарти, в положении джазма ответ на условие, то есть глагол таджаммаль и его скрытый фаиль, оба вместе, это является предложением. Однако в положении джазма, так как является ответом на условие. Ва иза тусибка хасасатун, вот у нас условие и ответ фатаджаммали, подразумевается анта, ты. И джумля фи'лия, и глагольное предложение, фи махали джазм, в положении джазм,
как является джавабу шарт, ответом на условие. Тамарину, упражнение. Истахриджил афхаль аль-маджзума, вазкур джазимаха, ва аламата джазмиха фи каули та'аля. То есть найди или извлекай глаголи, являющие маджзумом, вазкур и упоминай его джазим, что делает этот глагол в положении джазм или маджзумом. Надо упомянуть этот джазим и признак джазма этих глаголов из слов Всевышнего. Здесь, например, «Аль-фи'лун маджзуму» – глагол, являющий маджзумом, сукуном в конце или то, что заменяет сукуна. А здесь «джазим», «аль-джазиму» – частица или имя джазма, который делает глагол маджзумом, сукуном в конце или то, что заменяет сукуна. Здесь надо написать джавазим, а здесь признаки джазма, например, либо сукун, либо стирание нуна в пяти глаголов, либо стирание больной буквы аляматул джазми. И второй тамрин, а тамрину сани, акмил джумлатайни л-атиятайни бидзикри джаваби шартил махзуфи. То есть упоминай два предложения следующие, например, надо здесь написать ответ условия. Здесь, например, надо написать джавабу шартиль махзуфи. Здесь, например, удален ответ условия. Нам надо написать здесь ответ условия. Джавабу шартиль махзуфи. И третий тамрин. Ат-тамрину салису. Агриб ма тахтаху хаттун фи хазал хадиси. То есть делай играб. Те слова, под которым линия. В этом хадисе «Ан Муавия радиаллаху анху» «От Муавия радиаллаху анху» «Каля» он сказал «Каля Расулуллахи» сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям «Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фиддини» То есть сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям «Кого Аллах желает блага, даст понимание в религии» «Аль-джававу» ответ Вот здесь надо написать, например, «Играб ман юриди». В первом линии надо написать, например, те слова, то есть делать «Играб ман юриди». В втором ряду, например, «Юфаккиху» – слово «Юфаккиху». Также надо делать «Играб». Здесь остановимся. «Субханака ва бихамдика». «Ашхаду алла илля анта астагфирука ва атубу илейка». Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.